Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась всеми любимая исполнительница. В субботу, 26 октября, не стала участница коллектива «Бурановские бабушки» Натальи Пугачевой. Солистка не дожила 2 дня до своего 84-летия. Причина смерти пока не раскрывается. Информацию подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бричалов в социальных сетях. Политик выразил соболезнования родным и друзьям артистки. Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева сообщила, что Наталья Пугачева 4 месяца боролась с серьезной болезнью. Последние полгода она не выходила на сцену. Не стала народной любимицей Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Напомним, «Бурановские бабушки» — музыкальный фольклорный коллектив из села Буранова в Удмуртии. Группа приобрела широкую известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. В 2012 году участники коллектива представили Россию на международном песенном конкурсе Евровидения в Баку. Они заняли 2-е место с композицией «Party for Everybody», автором которой выступил композитор Виктор Дробыш. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы всегда быть в курсе главных новостей шоу-бизнеса и политики. Спасибо за просмотр!